Так, ребят, у нас поклевка. Окуненный на спиннер. Прям маленький окушок. Но все равно целое утро ходил. Короче, я пробовал воблер. Вот. Вот сюда на травку его. Пробовал воблер. Ничего на воблер не берет. О, ребят, тоже ничего не клюет. На живца одна поклевка была. Так, сейчас мы его снимем. Ага. Так, вот такой у нас спиннер. 10-граммовый. И окушок отправляется обратно. Вот так, ребят, короче, дождик у нас. Ничего не клюет. Окунь вот здесь гуляет. В лесу Золотой Королевы я, кстати, поймал. Это окуня, это вот здесь местечко. Вот. С той стороны на воблер ловил. На воблер здесь, потом воблер поставил. Смотрю, вообще тишина, ни удара. Думаю, поставлю-ка я спиннер. Я люблю на спиннер ловить. Думаю, хоть окунь будет клевать. Смотрю, окунь. Прям бух, такой котлован здесь. Но рыба гуляет. Не знаю, кто там прыгает, что за рыба. Вот, но не карп, что-то такое прям поверху. И вот мостик 36-й, 98-й, тот район. Золотая Полянка, короче. Вчера смотрю, карп Будуцк выпрыгивает. То есть там еще карпик плавает. Я думал, уже похолодал на глубину, но нет. Вот так, буду ловить. Смотрите за новостями, мне надо щучку поймать, закольцевать. Так что вот так. Вот так. Сейчас хоть чуть-чуть дождик перестал. Там, вот там у ребят на пятом что мостике щучка на живца сошла. Небольшая, правда. Вот.